Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Bloody Zombies. Аэропорт, 4 часа дня. О, да, значит, мы летим за следующим ключом картой. О, бинты. Причем сразу. Смотри-ка, какие красавицы тут у нас появились. Что ты там орешь? А, вот она что делает. Она меня в бессознательное состояние отправляет. И, кстати, это будет очень плохо, если к тебе вот эти вот зомбарики подкрадутся в этот момент. Но она доралась. О, вот эта штучка пригодится мне. Да дай взять ее. Так, жиртрясы. Брасуны. В общем, полный боекомплект у нас здесь. Всякого отродья. Ну, думаю, что они здесь долго не повыделываются. Да хорош ты орать-то здесь уже, а? Так, что у меня там? По-быренькому просмотрел я суперудары свои. Добивание ногой. Так, рукой. Ага, и удар с разворота. Ну, в принципе, нормуль все. Блин, да не то ты делаешь, а? Отлично. Мне нужно как чаще их добивать суперударами, чтобы мне выпадали деньги. За деньги я смогу изучать новые суперудары. Но, так, замечательно. Ну, давайте с этими разберемся. С ножами, которые тут... Блин, еще эти брасуны здесь. Иди сюда. Ать, как он вовремя успел телепортнуться. Блин, да чтоб тебе... Уточку сбили у меня. Да елки ты палки, а. Началось, как говорится, блин, то идет как надо, то все абсолютно сбивается и идет как наперекосяк. Но бинты, я смотрю, еще пока меня там ждут. Так, замечательно, полностью у нас хпшечка восстановлена. И последний зомбик здесь у нас остался, наверное. Ну да. Хотя нет, блин, еще вылезли. Ну это уже, смотрите, какие-то... Вообще новые. Причем это девушки у нас, да? Были когда-то. Раз у них ботинки с каблуками, я так полагаю, что это были женщины. Зомби женского пола. Оу, оу! Ничего себе! Нельзя их... Нельзя позволять им, чтобы они тебя били, видели, да? Да что ж... О, бинты. Так, этих надо, ребят, добивать. Блин, у меня еще и мало энергии. Супер ударами. Особенно вот этого вот клешнерукого, который высылает всякие шипы. Да блин. Во-во-во, вот это другой разговор. Своих бомби лучше. Давай. Отлично, один готов. Последний остался у нас. Черт, вот они взяли моду-то, а? В блок вставать. Не спасло. Одна монетка. Как это много. Иди сюда, кучерявый. Ну куда, куда ты бежишь? Разогналась она. Черт, как я ненавижу вот это вот все. Ну-ка давайте. Оу! Вот это нежданчик. Одна сама себя ликвидировала. Ну, а эту, я думаю, мы все-таки с вами добьем сейчас. Ну, давай, во! Раскрылась. Черт подери, тут еще и этот. Шипастый вышел. Можно я меч-то как-нибудь возьму? Нет. Меч почему-то не берется, блин. Ну, иди сюда, блин, ты мне нужен, блин. Я не хочу, чтобы ты здесь шипы везде распускал свои. Ага, минус одно, вот он начинает баловать. Как ты успеваешь встать в блок так быстро? Я ж тебя держал, блин. Фак. Хрен с ним. Открылось тут поле, нет? Да ладно, что вы делаете-то? Я же просто хотел меч взять. Надо перепрыгивать здесь. Оп. И у нас магазин. Давайте зайдем, глянем, что у нас там будет. Сколько денег у нас? Всего лишь-то 40 монет. 60, 100,
100, 150, 100. Ничего мы здесь с вами не сможем купить. Так что сваливаем отсюда к ядрене фени. А это что у нас такое? Зомби любят громкие звуки. Ага, значит нам нужно вот этот аппарат как можно быстрее сломать. Так, пока никто ко мне не подходит, есть возможность его ликвидировать. А, вот этот лезет. Черт бы его побрал. Где отсюда? Слушайте, я надеюсь, хоть правильно делаю. А, да, наверху написано тревога. Значит, от него все идет, шумика. Только этой с кнутами еще не хватало здесь. Давай, вставай. Пошел отсюда. А теперь займемся тобой, красотка. Ну что, я считаю, что довольно неплохо. У нас, по крайней мере, с вами 3 жизни. Я восстановил здоровье. Ни одной, как говорится, погибели не было. Что-то тут мне не нравится. Оу. Еще бинты. Давайте, наверное, пока приберегем. Готов. Вот этих, ребята, надо бить вот таким ударом. Смотрите. Оу, нет, нет, нет. Не то я хотел показать. Вообще, все, кто... Да какого ты лешего? Вот таким. Все, кто любят к тебе подкрадываться сзади, но не пробиваются спереди, нужно именно с вертушки бомбить. Вот так. Это уже проверенный, так скажем, способ. Готов? Нет, не готов еще. Еще удар. А вот теперь готов. О, и он мне и птичку дал. Хорошо. Блин, а вот этот вот меня больше всего бесит. Я не знаю, как его увеличать. Но он обычно... Блин! Фак, дай птичку, птичку забрать. Успей, нет, нет, не успел, блин. Ты за тебе все. Так, бинты пока есть. Если что, потом подхилимся маленько. Но вот о чем я вам говорю. Он мне бесит. Он как-то уворачивается от удара и бьет сзади. Я не знаю, как его перехитрить в этом плане. Ух ты. Новый удар. Так. А, это пробивной у меня удар. Ну что же, это очень даже хорошо. Он у нас будет теперь усиленный. Так, давайте-ка. Оу, нет, 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 нет. Черт подери, блин, тут у нас этот коп ходит с щитом и антибафер, который меня замедляет, да и вообще понижает защиту, физуху и удары. Блин, вот так. Ладно, копу остался, наверное, еще удар. Скорее всего. Блин, смотри-ка, нифига. Ну иди сюда, блин, аглоед. Не того немножко нахлобучил, ну да ладно. Бляха-муха. Готовы все одним ударом. Довольно прикольно. А это у нас что-то такое. Аэропорт транспорт. Денюжка. Ага, обезьянки, ну-ка иди сюда. Дайте-ка я из вас дурь-то всю повыбиваю. Блин, дайте мне хп или жизни, или чем-то такое полезное. Монета не дают, а. Ну, смотри-ка. Деньги, бензопила. Ни разу, кстати, не пользовался ей. Сейчас испытаем. Да что ты положил-то? Ну чё, кто-нибудь вылезет? Для испытания моей бензопилы. О, вылазит. На-ка. Бьет на 400, довольно неплохо. Еще разок. Добиваем. И последнего тоже добиваем. И кончилась на этом моя пила. Так, вот здесь надо как-то быть аккуратнее. Слушайте, дайте-ка я спрыгну вниз. Я смотрю, там какой-то вроде как бачок лежит мусорный. Вдруг в нем что-нибудь будет. Мне бы сейчас подхил не помешал, если честно. Давайте-ка. Отлично. Ну. Оу. Дополнительная жизнь. Это даже лучше, чем подхил. А там, я смотрю, зеленый ящик. А как туда добраться?
Не знаю. Черт, надо прыгать. Вот так, отлично. Все замечательно у нас получилось. Что это там зомбари у нас на крыле самолета? О, и аптечка. Вообще замечательно все. Даже граната есть. Ну-ка, спрыгивайте сюда, олухи. Взрывайся. Оу, шикарно. Ну-ка. Получилось мне его поймать, наконец-то. Ну и ты давай, шипастый, слази. Буду тебя уму-разуму учить. Черт, не попал. Оу. Корявый, блин. Ребят, вы помните, его нельзя хватать, иначе он нас будет... Оу, еще и птичку дал. Иначе он будет нас бить шипами своими. А это что за... Да ладно, опять вы. Тихо. Черт подери. Будем его изводить. Так, сколько он должен 3 раза пробежаться, чтобы... получить головокружение. Отлично, бьем. Давай, 1, 2. Ну, он должен 3 раза. Да ладно, тут эти еще мутанты вылезли. Надо бить. Переборщил маленько. Ай-яй-яй-яй, дайте мне головной убор. Отлично. Слушайте, ну здесь, по ходу дела, у меня ничего не получится. Мне как-то нужно от этих уродов избавляться. Их тут что-то слишком до хрена. Потихоньку надо избавляться. Иначе тут все заполонят, сейчас, я думаю. Вот-вот-вот-вот-вот. Нет, все равно я почему-то перепрыгиваю, блин. То не допрыгиваю, то перепрыгиваю. Бей своих же. О! Раскидывай их. Ну, замечательно. Блин, хорошо, я думал, сейчас собьет. Нифига, все у нас пока получается. Ай-яй-яй-яй, сбил. Сопляжуй. Вот это хорошо придумал. Да ладно, сколько вас? Вы бесконечно. Черт, по-моему, меня сейчас здесь добьют. Все, добил. Козел. Правильно говоришь, Эдди. Ублюдки они все. Вот сейчас бы, по идее, его накумарить. Так тут зомбари со всех сторон лезут. Давай, беги на своих же. О! Еще раз давай. Единственное, мне хотелось бы знать, он хоть их добивает? Да не, он должен их добивать. Может быть, не так, конечно, сильно, если бы я их бил, но тем не менее. Вот эту чувыру надо... Убил я ее, да. У меня такое ощущение просто, что она их вызывает. Вот этих вот дуболомов в зеленых курточках. Ну что, все, последний остался зомбарь. А теперь я, наверное, уже могу заняться и вот этим вот спецназовцем. Давай. Хрен тебе. Так, еще один раз пробежится и будет у него головокружение. Давай, 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 Эдди, ну не тупи, ё-моё, ну. Так, ладно. Бежит. Так, это был первый, по-моему, раз. Давай еще. Ну чё ты... не хочешь так получить, так, как говорится. Так, опять же, это первый, потому что нужно, чтобы он без передышки бежал. Второй. Все, добили мы его. И тут у нас очередные красавцы сидят. О, обезьяны, это хорошо. Так, что она мне там дала? Пока ничего хорошего. Дай нормальный лут. Ни в какую не хочет сопротивляться. Все, исчезло. Эх, ладно. Возьмем, что тут у нас. Разводной ключ. И граната есть. Ну иди сюда, Кикимора. Отлично, готово. Ну что ты там присел? Ага, у него, смотрите, меч в теле. Ладно, если что, пригодится. Давай, иди сюда. Еще удар. Готов.
Давайте, может быть, возьмем меч себе. Так. Два взрывных. Скажем так, кислотных, жирных зомби. Ну и еще осталась последняя парочка у нас. Пулельщики, значит, да? Так, один есть. И ты. Все, готовы. Наверное, пойдем с вами все-таки с мечом. Или взять булаву эту. Ну-ка, подождите-ка, если я не ошибаюсь, она медленная. Да, давайте тогда лучше возьмем разводной ключ, сбросим его туда вниз, потом булаву и меч, и будем с вами при оружии. Потому что такое добро здесь оставлять, ну, никак нельзя. Сейчас потихоньку все туда сбросим. Да куда ж ты прыгаешь-то? Что тут? Понятно. А какого лешего опять у нас зомби-еж тут вылез? Ну, на. Черт, он у меня сразу же выбил монтировку, и я ее лишился. Фига тут он наяривает. Еще и зомбари. Слушай, ребят, дело плохо. Да как тебя бить-то? Да. А почему ты своих-то не убиваешь шипами, а? Ёж. Тихо. Блин, все равно задевает. Да, я ему практически еще ничего не отнял. Даже четверть хп. Ну-ка, выкуси. Пускай эти зомбари там бегают, главное, чтобы с плеткой. Она-то меня как раз и добила. Так, еще немножко осталось. И пол хп у него не будет. А у меня сколько? У меня две жизни, отлично. На, блин, получи, гад. Ты смотри, что вот это делает, уродина с плетками. Оу. Все, ребята, одна жизнь осталась. И у него тоже, кстати, не очень много хп. Я надеюсь, что мы его все-таки добьем. Так. Тихо-тихо. Отлично, успел я отпрыгнуть. Странно как-то. Сейчас почему-то его шипы на меня не подействовали. Какой-то рандом, блин. О, на. Еще. Да нет, я должен его одолеть. Оу. И последний удар, наверное, ребят. Ах, бесит. Готов огурец. Ну что ж, забираем с него лут. Так, деньги по одной монетке. Обалдеть, как много. О, 5. И еще 5. Так, и куда нам теперь? Оу, прошли уровень. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи вам.